Ну, есть такая пословица, что посеешь, то пожнешь. Если они с нами не считаются, то и мы не должны с ними считаться. Я считаю, что они нас спровоцировали, а не мы их. Вот. То есть мы просто ответили на их этот беспредел. Вообще эти глупые санкции, многие европейцы, вот те же словаки, чехи, венгры, финны, многие выступали против санкций. То есть вот сама Америка, она ввела санкции, а они, их товарооборот увеличился на 7%. Представляете, какой цинизм. То есть они хотят обанкротить нашу Европу. Вот, ну, европейцы же должны понимать это, хотя они все привязаны вот американцами. Вот, но я надеюсь, когда-то они станут свободными и отменят эти санкции, наконец. Потому что то, кроме вреда, он Европе ничего не дает. Америка ничего не теряет, она, наоборот, прибыль получает на 7% больше дохода в нее, вот, торгуя с Россией. Вот, я думаю, просто Западу нужно быть мудрее, культурнее. Если они хотят, чтобы мы их уважали, то пусть нас уважают тоже.